Всем огромный привет! Сегодня я хочу поделиться одним простым способом, как сбросить быстро вес, как быстро прийти в форму и держать свое тело стройным еще долгое-долгое время. Я делаю это каждый день. Сейчас я с вами поделюсь, но для того, чтобы вы знали, о чем идет речь, я вот так вот выглядела постоянно. Постоянно вот такой был у меня вес, то есть я то сбрасывала на чуть-чуть, то опять возвращалась вот в этот вес. И сейчас я выгляжу вот так. Конечно, я выгляжу не идеально, но я стараюсь сейчас прийти в форму. Я стараюсь подтянуть мышцы. Я делаю для этого упражнения. И сейчас делюсь с вами, как я сбрасываю вес. Для того, чтобы похудеть и выглядеть стройно, не нужны лекарства, не нужны большие деньги, а нужно просто пить каждый день один стакан в день, то, что я вам сейчас покажу. Мне понадобится кусочек имбиря, лимон и зеленый чай. У меня японский настоящий зеленый чай. Я пью только японский чай. В своих видео я показываю все время вот этот вот чай. Сначала я завариваю зеленый чай. Он в пакетике у меня. Выпиваю вот такую кружечку напитка. Завариваю сначала зеленый чай. Вот такой цвет имеет японский настоящий чай. Следующее, я натираю имбирь. Имбирь можно просто нарезать полосочками, но я люблю его есть. Я люблю его прям вот чувствовать, пить, когда я пью напиток. Я выпиваю, все съедаю. Вот этот вот имбирь я съедаю. Здесь, конечно, у меня много. Буквально где-то чайная ложечка у меня имбиря уходит на вот эту кружку. Натерла. И теперь добавляю лимон. Лимон тоже получается где-то чайная ложка лимона. То есть я вот так выжимаю, и все, чтобы у меня лимон там не плавал. Мне не нужен лимон, поэтому я выжимаю свежий лимон. И потом хорошо все мешаю. Полезный напиток готов, и я могу его пить. Напиток должен остыть. Подожду я где-то 3 минуты. Чуть-чуть напиток остынет, и я буду пить. Пью я натощак это все. Сначала, конечно, когда я встаю, я выпиваю теплую воду. То есть вот такой вот стаканчик теплой воды я выпиваю. А потом буквально через минут 10 я делаю себе напиток вот такой. И это действительно помогает. Вот мне лично это помогает. Поэтому я делюсь с вами таким рецептом, очень простым. Имбирь, зеленый чай и лимон. Я пью одну кружку в день. Можно, конечно, пить 2 раза в день, но сильно много тоже, я думаю, что не надо. Вечером лучше не пить такой напиток, пить лучше или утром, или в обед. Можно заварить в термос и понемножечку попивать вот такой вот напиточек. Также придает силы такой напиток, очищает кровь, вообще очень полезный для организма. Так что присмотритесь, если вы сейчас худеете, я могу вам посоветовать очень дешевое средство, полезное, настоящее, натуральное, то, что нам дает природа. Главное, что пить каждый день. И тогда увидите изменения в своем организме и в фигуре. Увидимся в следующих видео. Всем пока!